Оранжевое настроение. В Иваново после летнего перерыва возвращается баскетбол. Новый сезон для клуба «Динамо Энергия» начался со старой доброй традиции – межрегионального турнира памяти тренера Кирилла Литвинова. В этом году соревнования проходят в областном центре уже в 26-й раз. Они посвящены одному из родоначальников ивановского баскетбола, тренеру Кириллу Петровичу Литвинову, который много лет был главным тренером сборной команды области и всю свою жизнь проработал в энергоуниверситете в Ивановском. На нынешнем турнире очень сильный состав участников, но мы сознательно пригласили сильные команды, и спасибо им, что они приехали, чтобы проверить себя именно в играх с сильным, более сильным соперником. Участие в турнире в этом году принимают 7 команд. Уровни не только суперлиги, но даже премьер-лиги. В понедельник ивановские баскетболистки на своей площадке встретились с командой «Черные медведи» из Санкт-Петербурга. В прошлом году мы играли в одной лиге, и «Черные медведи» заняли второе место, и мы не смогли из 4 матчей выиграть у них ни одного. Это очень молодая и такая злая команда, и молодой амбициозный тренер. И я думаю, что они в «Суперлиге-1» не затеряются. С первых минут команды были практически на равных. Перед большим перерывом «Динамо Энергия» даже сумела вырваться вперед и упрочнить преимущество. Но исход матча решила последняя четверть. 57-59. С минимальным отрывом победили гости. Турнир уже перевалил за экватор. Интриги относительно его победителя, к сожалению, уже нет. Им со 100% вероятностью станет ногинский «Спартак». Но вот энергии за свою строчку турнирной таблицы еще предстоит побороться. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.